Как правильно сажать помидоры в открытый грунт? Правильно сажать помидоры в обеззараженный грунт по компактной схеме. Семена выбирают по устойчивости к погоде в регионе, урожайности и вкусовым качествам. Когда посадить помидоры в открытый грунт? Сроки посадки помидоров в грунте соответствуют сортовым особенностям. Длительность проращивания, укрепление корней, формирование листов, адаптация в новой лунке после пересадки. Как правильно подготовить семена помидор? Устойчивые к болезням сорта помидор для грунта Анюта, Богата Хата и Опера F1. Этапы обработки помидор в грунте. Замочить в воде, обработать в перекиси, замочить в эпине. Грунт под помидоры. Садовая земля, перепревшая органика, компост и 2 стакана золы, 3 столовых ложки калина фосфорных компонентов для подкормки. Глубина заделки семян помидор в открытый грунт на 1,5 см в рыхловатую почву. Как обработать грунт? Землю перекапывают за 2 недели до посадки помидор. За 1 неделю до посадки участок проливают раствором медного купороса. Грядки формируют в день посадки. Расстояние между рядами 50 см, а между лунками 40 см. Схема посадки для помидоров в открытый грунт. Помидоры высаживаются по ленточной, шахматной, гнездово-квадратной схеме. Гнездово-квадратная схема применяется для высокорослых помидор. Зона высадки обширная. Расстояние между грядками 100 см, между посадочными рядами 50 см, а между лунками 25-30 см. Помидоры удобно обрабатывать, так как и не задеваешь соседние саженцы. Ленточная или линейная схема – привычная форма посадки помидоров в ряд с расстоянием 40-50 см для высокорослых помидор. Для низкорослых сортов используют схему 30 на 40 см. В шахматном порядке лунки выкапываются на том же расстоянии, но зигзагообразно. Соседние лунки в рядах сдвигаются на одно место, но промежуток между пролетами сохраняется. При правильной высадке в открытый грунт корневые системы помидоров не конкурируют за компоненты влаги. Садовод дотягивается до соседних ростков и не ломает побеги. Уход за помидорами в открытом грунте. Правильный уход за помидорами в открытом грунте подкрепляется хорошим уходом. Накрыть пленкой, которую снимать на проветривание, подливать воду, если земля пересохла, подкармливать после формирования саженцев. Чем подкормить помидоры в открытом грунте? 5 ведер коровяка с водой, 1 к 1. 1 столовая ложка нитрофоски, 1 столовая ложка удобрения Идеал. До и после подкормки грунт подтрыхляется, чтобы верхний слой не сбивался корочкой, а саженцы не переувлажнялись. Комплексные удобрения для помидоров в грунте «Сеньор Помидор». Дачники посоветовали разбавить 1 столовую ложку подкормки на ведро воды, используя объем 10 литров, и разлить по лунке 150 мл. Помните, умеренность, правильная подкормка после высадки в грунт, своевременность и чередование процедур помогут вырастить крепкие, высокоурожайные помидоры в сезон. Пишите в комментариях. Как по-вашему, лучше посадить помидоры в открытый грунт или все-таки прорастить на рассаду?